Всем привет, дорогие мои друзья! И у нас радостная новость. Наконец-то приехали процессоры с усилителем. Вот такая вот коробка. Я вам сейчас покажу коротко, что приехала, и побегу домой уже на выходные. Открываешь, все красиво. Процессор, колодки. Будет еще как магнитолы, пойду с оптическим выходом. Добавлен оптический кабель. Устройство вот такое вот желтого цвета. Желтого, золотого, наверное, или золотого медного. Вот он стоит у нас на стенде уже. Гоняем. Красный диодик. Ну так камера сбивает свет, на белый сваливается. Вот так видно. Красивенький. Ну и сама упаковка. Чтобы настроить вас на приятные ноты, веселые, и подготовить вас к установке, пожалуйста, прочтите вот эти простые советы, которые написаны на коробке. Ну и финальная жирная точка, я думаю, с этим процессором вот так каждый клиент будет говорить. Ну, немножко поюморили, ну ладно. Ну, технические характеристики такие, так скажем, больше рекламные, чтобы понимание, когда чтобы продукт лежал на полках, было понимание, что это такое. Хотя без прослушивания что-то сказать тяжело. Но опять же хочу повториться, что для наших клиентов, кто купил автомагнитолу Red Power или будет покупать, действует цена вот на все это. Шикарный гаджет 2016 года, новинку, которую потратил год времени, 12 тысяч рублей. Спасибо, конец связи.